Да. Вот, накачиваем лодку. Пойдем рыбачить с Виталиком. О, пошел. Отплываем мы от берега с Виталиком. Привет, поздоровайся со всеми. Привет. Сегодня погода, да? Погода шикарная, очень классная. Я даже думаю, я искупаться очень сильно хочу. Хорошо, давай. Сейчас искупаюсь. Заодно и покажу, как залазиться в лодку, потому что были разговоры, что типа в такую лодку, если купаешься, не залезть. Не залезть, типа. Заодно и покажу. Опа! Пока! Ты хоть телефон выложил? Сейчас будет смертельный. Смертельный номер будет, да, сейчас? Сейчас будет смертельный номер. Вот ты видишь. А хорошо, не, залазится вообще нормально. Я бы кабан перевернул всю лодку. Со всеми удочками, со всеми моторами. Ну, а сейчас поедем троллить. Ставьте лайк. Да. Забрасываем наши снасти. Отматываем метров 30-40. Будем троллить. Да, я вот закипел так сегодня вообще. Погода вообще вон. Сегодня мы рыбы, кстати, не поймаем. Я уже, когда приехал, говорил, рассказывал своим зрителям, я сегодня в лодке, рыбы не будет. Да. Вот такой парадокс у нас. Вот его нет, рыба есть. Он есть, рыбы нет. Вот сегодня мы как раз проверим, убедим. Этот самый, так было тоже. Вот я, когда с металлоискателем начал, да, подсел немножко на металлоискатель. И, значит, первый год, второй год, третий год, все хорошо, все нормально. А потом четвертый уже начало как-то отпускать, на пятый уже все вообще, как-то быстро у меня это все прошло. Ну, видишь, у меня тоже мелкого не было, да, когда еще. Я каждые выходные ездил, просто вот осенью, весной в лес каждые выходные. Да. А сейчас уже все, уже тоже нет столько времени. Как бы дома тоже надо смотреть. Да время нашел бы ты. Ты просто у тебя перегорел немножко это. Желание уже. Другие интересы появились. Уже и перегорел. Так могу покопать, но. Да, да. Сейчас знакомый звал меня, вот говорит, давай поехали в твою сторону в субботу. Да. В такую вот погоду ходить копать по лесу. Это враг своему здоровью. Знаешь, там ходить в 30 градусов в сапогах, в штанах. Ну, раньше ж ходил. Ходил первые года, да. Потом, когда подводным копом заниматься начал, я в лес вообще только там в холодное время. Ну, типа вот весной. Ага. Я летом уже просто перестал в лес ездить. Ну, значит, переходи, занимайся сейчас троллингом. Вот надо на рыбалку как-то переходить. Да, да. Надо, конечно, лодочку. Слушай, я сегодня с утра прочитал там в ТикТоке под моим видео или под твоим, там какой-то клоун написал, что эти самые троллингисты там уроды какие-то, да, что-то такое? А ты ему дырка дырявая там что-то, да? Там кто-то другой ему написал. А, это другой кто-то? Зацеп, да, наверное, ну, нет, вроде нет. Я таким даже дебилом не стал отвечать. А-а-а. Да. Давай смотаем, смотай этот самый. Он нас назвал тем же, как я назвал просетку, помнишь? Тем же словом. Вот так же, типа, ты написали, что троллингисты такие же. Да, слушай, тяну, но не бьется вообще, что-то тяну. Не бьется. Может, зацеп какой-то? Отцепилась, трава какая-то была, наверное. Я поймал рыбину, блин, оказывается. О, жерик, что ли? Судак, не. Судак? Судак. Есть, и хороший атомерный судак. Вот видишь, поедешь домой с судаком. А без рыбы домой поеду. Нет, возьмешь судака. Плаваем. И или, может, все-таки наберем. Не, ну он в воде задохнется, за это, захлебнется, задохнется. Крышка-то закрыта, да, будет, получается? Крышка закрыта, ничего страшного. Ну, сдохнет просто, и это что, он не завоняет? За 3 часа не завоняет. Мы же, все, тут, давай я сполосну после вчерашнего. Видишь, запашок. Чувствуешь? Вангарская пицца и вангарские беляшики. Будем трапезничать.
И тоже вытащу эту вторую. Андрюха говорит, что рыба. Да. Это как-то легко пошла. Не-не, тяни, в натяжке держи все время. Говорит, в натяжке. Ну давай в натяжке. Чтоб у этого судака зубы вырвать, да? Да. С губой. Уже бы поднялась рыба. Ну это нормально, нормально. Да, ну, а судак же ко дну, да? Он же вот знает. Подтягивай к этому пацачику, да? Что там подтаскивать нечего. Ох! Ох ты! Ну, да, небольшой, конечно. Ну, нормально. Поздравляю тебя! О, слушай, сфоткай меня сейчас. Этот самый, я отпущу, чтобы в группу покажу ребятам хоть. Какого я судака поймал, да? Да. Какого ты судака поймал? Сейчас я тебя буду фоткать, да. Ага. Сейчас, еще разок. Ну, кнопка. Все. Так, ну что, этого мы отпустим. Ну давай для прикола замерим, сколько он у нас. Ну где-то, наверное, 43 каких будет, да? Да, а ты знаешь, 42-43 будет. Да. Так, ну, он у нас, сейчас подожди, чтобы это точно. Метка, да? Метки есть у меня. Ну, короче, 43 с натяжечкой, так. 43, в общем, будет. Вот. Прикольно. Да. Судачело. На, отпускай. Судачело. Отпускаем судачка. Да, да. Я заглушу. Давай, глуши. Ну, не крупный, опять же. Да, ну рыба. На, наш любимый судачок. Есть рыба, да? Да, да. Что-то там Андрюха тянет. Блин, там у меня леска где-то. Замоталась. Опа. Давай, давай. Вообще не видно. О, это хороший. Нет? Вот, это хороший, да. Хороший судачило. Это хороший. О, смотри, как начал, видишь? Вот, а вот. Шел, как тряпка, легко, да? Шел. Видишь, какие мы рыбаки. Какой кайф, какой же это кайф, вот это, знаешь, так, прилив сразу такой адреналинчика. И видишь, просто легко отцепился. Померь-ка я. Ну, тут видно это самое, подожди, сейчас. Тут было 48 у нас или сколько? А я уже забыл. Память куриная. Видишь, а какой? Ну, ушел бы, ничего, самец, значит, нормально это самое. Этот, короче... Не, тот не был 48. Этот у нас 50 ровно. Ага. Вот у меня как раз здесь 50. Да. А тот был 46 или что-то такое. Ну, ясно. Вот. Вот такой, господа, судачок. Вот так вот мы с Виталиком рыбачим. Ну как, два судака у нас, одного отпустили. Так что не работает эта тема. Не работает, все-таки рыба с ним клюет. Можно Виталика на рыбалку брать. Так что берите все блогеры, латвийские и не латвийские, берите его на рыбалку. Фартовый. Будете учить судака ловить, я его никогда не ловил. Ну ел, да, уже? Ну ел уже. Не, у меня тоже заключается. Ну все, значит, рыбалка у нас, господа, закончена. Вот такая рыбалка. Сколько мы часа? Сколько сейчас? Три часа, да, мы на воде? Наверное. Ну да, 20:44. Ну, три часа. Да. Три часа мы на воде. И то последний час поклевок не было. По-моему, полтора часа. Даже полтора, да. Два судака взяли хороших. Вот они хорошие, да? Да, вот они хорошие судаки, уже умерли. Видишь, жарко. Нам по судаку. Одного отпустили 43 сантиметра. Так что подписываемся на канал. Немножко однотипная рыбалка получается. Ну, как есть. Увы. Увы. С кепкой и нырнул, да? Слушай, такой кайф. Да? Вода классная, да? Классная. Ну все, Андрюха все за меня сказал. Так что, все. Давай тоже купаться. Всем пока. Вырубай, блин, тоже. А где кепка?